Вход и выход из этого подъезда дома по улице Ванеева организован вот по этому деревянному настилу. Особо здесь не развернешься вдвоем, тут не пройти. И понятное дело, что пожилым людям это препятствие вообще как покорение Эвереста. Кстати, перила здесь появились не сразу, хотя многим от этого не легче. Забираться, наверное, особенно сложно. Ну, конечно, сложно, особенно если с магазина уйдешь с сумками. Была такая очень смешная ситуация, когда они вот этот трап положили ступеньками вниз. Ну, о каком качестве работы может говорить, потом пришлось самим этот трап переворачивать. Жительница дома Анна рассказывает, лестницу у подъезда не ремонтировали годами, по просьбе жителей наконец начали. Только привело это мало того, что к сплошным неудобствам, так еще и появился риск обрушения тамбура. Вот этот тамбур входной, он был без нормального фундаментного основания и держался только за счет вот как бы тех лестничных пролетов, которые демонтированы. То есть вы видите, что там просто пустота вот под этим подкрыть. Стена стала отходить от вертикали, наклоняться, и видывая вот кирпичи. То есть эту дыру никто не пробивал, она образовалась, потому что туда кирпичи как бы вывалились сами. Вызвали МЧС, они сказали, что да, аварийная ситуация. Напрямую пообщаться с подрядчиком, который в телефонном разговоре с жителями пообещал прокомментировать ход ремонтных работ, нам пока не удалось. На место он так и не приехал. Мы будем следить за развитием ситуации. Артем Логинов, Владимир Гайдай, Патруль, НТВ.